Эти модники до сих пор эпатируют почтенную публику. Их отличает особый интерес к музыке и танцам. Приверженцы рок-н-ролльной субкультуры. Стиляги. Московный бит. Рок-н-ролл появился в Америке в начале 50-х годов. Это смесь афроамериканского ритм-н-блюза и белого кантри. Ну какая же философия. Нет, рок-н-ролл это такое веселье. И с утра по самый вечер все колбасит, рвет и мечет старый добрый рок-н-ролл. В детстве Алексей закончил музыкальную школу по классу скрипки и пел совсем другие песни. Но за это время его личный хит-парад сильно поменялся. Забойные гитарные запилы потеснили эстраду. Теперь он сам пишет рок-н-ролл. Я был просто парень без собственных фишек, и все бы оставалось так. Но в поиске старых гирлянд и книжек я однажды залез на чердак. Сейчас Алексей собирается на репетицию. Стильный галстук может не быть оранжевым, но бросаться в глаза обязан. Шузы на платформе — не просто обувь. Они требуют особого обращения. Есть специальный ритуал. Потому что это очень уникальные ботинки. Перед тем, как в них вступить, влезть, надеть, нужно сделать вот так. Ты ступай. Как стать махровым, то есть настоящим стилягой? Девушек надо менять каждые две недели. Над страной звучит московный бит. Алексей Калугин спешит на репетицию в этот непримечательный гараж. Но здесь своя атмосфера. Подготовка к генеральной репетиции — целый ритуал. Все должно быть таким же настоящим, как сама живая музыка на концерте. Стрелки. Ну вот главное, чтобы были большие глаза. Важно было быть очень ярко накрашенной. И какая-то прическа в стиле Бриджит Бардо, там что-то там они себе делали наверх. Наверх начесать волосы и сделать высокую прическу важной для мужчины-стиляги. Без этого никакого рок-н-ролла не получится. У тебя, знаешь, стоит плохо. Почему? Плохо стоит. Плохо стоит, плохо. Потому что мы ему обычно другую прическу делаем, на самом деле. Обычно из меня делают Брежнева. Как стать махровым, то есть настоящим стилягой. И для начала человек должен слушать рок-н-ролл и любить его. Причем слушать весь рок-н-ролл от Чака Берри до Майка Науменко. Девушек надо менять каждые две недели. На заводе. Он же стиляга. Нет, вообще работать не обязательно. Можно, например, учиться. Можно быть студентом. Не прошло и 20 минут, и вуаля! Басист готов к репетиции. Тот самый Кок. Залаченный, вот прилизанный, начесанный. Вот я надеюсь, он будет долго держаться, потому что лак очень сильный. Наконец-то группа в полной рок-н-ролльной готовности. Не
Несмотря на то, что группа — это прежде всего коммерческий проект, продюсер Дмитрий Чарков утверждает, что без любви к делу не было бы и успеха. Нам просто нравилась эта музыка, мы просто ее слушали и объяснить не могли. Просто одна музыка нравилась, была советская музыка на пластинке, была какая-то другая, вот та другая нравилась больше. Теперь другую музыку он не только слушает, но и выступает с ней. Для кого-то это развлечение, для других – смысл жизни. Я Москва! Новая Москва! Для стиляк – Элвис – бессменный и бессмертный король. Танцоры акробатического рок-н-ролла могут не знать о его существовании, но все они живут в ритме рок-н-ролла, дышат одним воздухом и движутся в унисон московному биту. –